Чего ты боишься? Ой, увидели, да? Увидели меня, увидели. Увидели, мои красавицы. Как ваши дела? Вот этот первый, это петух, видишь? Но. Вот этот, вот. Как? Посмотри, какой красивый, какой расцветок. Ты че? Он большой. Иди вытащи, че ты боишься? Ай, ай, как вы меня все встречаете. Скучали, да, заразы? Скучали, да? А ты последняя пришла? Как ваши дела? Рассказывайте, рассказывайте, мамочки. Что делали, а? Как себя вели? Дома убрали, кушать сготовили? А? Скучаете, да? Сейчас я к вам зайду, сейчас вам кушать дам. Девочки, сейчас зашла за едой. Там такая мышка вышла, я чуть не сдохла от страха. Сейчас я вам тоже дам, подождите. Си, такой маленький, побежал туда. Я испугалась, как будто опять перья ваши все везде. Сними их, посмотри, как они кушают красиво. Томас, 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 отойди. Смотри на них. Смотри, как они меня ждут. Такие большие даже уже. Каждым разом больше кови. Ой, мои заразы. Томас, ты нельзя, тебе нельзя. Заходи, Кайтана. Чего ты ноешь? Ой, Алла, Алла, подожди, да? Куда ты залез с ногами? Выйди, выйди. Веди себя нормально, достойно. Посмотрите, да, на этого. Ешь же всем. Алла, посмотри. Кайтана, посмотри, как они себя ведут. Ма, ведро. А? Нету там ничего, идем. Смотри, они тоже ждут. Ай, мои хорошие, ждете, да? Идем. Чего ты боишься? Выходи, выходи. Ой, я чуть не упала. Идем. Вот такие они. Так, не двигать. Еле вытащила петушка. Еле. Так, теперь им надо дать. Сейчас вам тоже дам, красавцы мои. У меня сегодня Кайтаночка оператор. Скучаете по мне, да? Пока Эстевана нету, девочки, быстро дам. А то если нет... А то если нет, если он меня ругает, а он же им давал уже. Если он не понимает. Не видите, какими глазами они на меня смотрят, как они кушать хотят. Бедные. Идем этим маленьким тоже дадим. Птичкам. Это петушок. Поэтому идем им тоже дадим. Кайтана, ты смотри, что у меня сегодня оператор немножко такой странный. Давай. Он такой маленький. Мама. Мама. Это не Томас. Томасик такой у тебя непослушный. Эй, как? Ну я же правду говорю. Да, на голову тебе сели. Кайтана, какая ты у меня скандальная. Вся в тетю. Нету уже, все. Как она снимает, девочки, с ней только. Смотри, как они пришли сейчас кушать, снимать. Ты орешь, что Масик нервничает. С
Снимай, как они кушают. Мамочки, девочки, это же кошмар. Иди, иди отсюда. Да. Забери это ведро. Спасибо. Забери это ведро. Спасибо. Вот ведро. Вот ведро. Не знаешь, что такое ведро, да? Вон там наверху. А я пойду, да? Иди, дай. Томасик, любовь. Где ты, любовь, Томасик? Слушайте, смотрите, как они кушают. Как я их люблю, ребята. Уже ко мне привыкает. Твой Томас все кушает. Ага. А ему как раз пшено надо. Конечно, Томас ревнует Кайтана. Томас их моих курей обижает иногда. На этого пестрого. Какой он симпатичный. Вот, ребята, снимаю вам кусочек моей жизни, кусочек моей радости. Видите, сколько уже у них доверия потихоньку. Когда я их только купила, помните, какие они были, как дикие? А уже, видите, приходят, кушают. Как-то вот так, девчата. А эти? Без остановки, а? Молодцы. Ой, посмотрите. Ой, эти животные только радость дают. Вот все сейчас тут. Ни одного нету там здесь. Все стали кушать, видите? Мне надо еще несколько штук купить. У меня здесь все по парочкам. Сейчас будет зима, девчата. Мне надо будет здесь утеплить это все. Вот это. Или их в клеточку поставить и на кухню понести. Как-то так. Какая-то она все бегает. Не знает. Кому что кушать дать. Ой, какая она у меня трусиха. Какая она трусиха, девочки. Зато на качели, когда ходим, на самые такие качели идет. Кайтана, ты бы хоть рюкзак сняла бы, доча. Хорошо, пускай. Насыпь все там и все оставь. Кайтана, поставь туда этот. Ты играешься. Ай, Петрович, как возникает. Че возникает? Смотрите на него. Иди домой. Иди снимай это. Я тебе сказала, одевай носочки. Сейчас начинается. Девчата, у моей дочки знаете, как бывает? Да? Надо отрезать это, да. Ребята, моя дочка вот сейчас начинает дни прохладные. Кайф, лафа, девчата. Прохладные дни, все. Будет ходить раздетая. Раздетая, девчата. Смотрите, сколько у меня яйца. Сплюньте, девчата. Вот, сейчас уже ставят яйца хорошо. Этот. Короче, есть. Так. Что? Морковь я сегодня плов делала. По заказу, девчата. Как они моего мужа увидели, сразу чухают. Мол, мы не ели. Даже они знают, что он ругается. Ну, много даю докушать, да? Это же тоже нехорошо. Ага. И что я сейчас говорила? А морковь? Говорит, кому это? Я говорю, моим павлинам, потому что, ну, я для них. Павлины любят морковь. Лук, морковь, чеснок они любят. Пошли, говорит, пойду возьму яйца. Привет. Привет. Что? Вам понравился, да? Э? Вам понравился моя лезгинка? Ты tiene que enseñar Наталья baila. Pero que pasa que no sé. Pero que gusto, mola, ¿no? Как я танцевал? Мне, говорит, с телевидения позвонили.
Ya no voy a ser ni militar ни космонавта. Я уже все, говорит, в космос летаю. Bailador, cantador. Все, говорит, я уже, говорит, артист. Танцую и пою. Voy a por huevitos. Я иду, говорит, за яйцами. Как они его боятся, как они от него чухают. Ой, мамочки. А, ребята, разве это не красота? Вот даже вот это песок, это все мне плевать, девчата. Люблю я у себя дома. А я, Алла, идите, идемте, покусайте, давайте быстрее, пока эстрона нету. Быстренько, давайте, глотайте, кушайте. Они целый день сегодня были открытые. Завтра эти будут целый день открытые. Потом гуси. Гуси и куры могут вместе. Они с ними ничего. Смотрите за сегодняшний день. Вот эти куры, сколько яиц поставили. Pensaba yo que iba a ver más. Voy al otro lado. Не уходите, он уходит. Давайте, идемте. И идемте, смотрите, сразучку. Тёма, золотые! Все, идемте. Идемте. А петух красавец. О, видите, хотел на нее супружеский долг. Уже хватит, целый день, наверное, выполнил. Замотался, наверное. Петух просто красавец, девчата. Но он что-то какой-то трусливый. Красивый расцветок, правда, мне нравится. Так, эти тоже красивые. Все у меня красивые, девчата. Я тоже ничего. Хоть многим не нравлюсь, но я в себя влюблена. Вот так, аж покраснела, девчат. Ну а что? Как есть говорю, люблю себя. Что в этом плохого? Не всегда себя люблю. Тоже есть такое. Иногда ненавижу себя. Иногда караю себя. Но я самокритична, если честно. Как-то вот так. Говорю, Кайтаночке, снимай меня. Хорошо. Смотрю, посмотрим, короче, как она сняла. Пойдет, не пойдет. Так, или домой хоть сумку брошу. Видите, я вот даже вот в обуви, вот в одежде сразу к ним, моим любимым. Но они же зависят от меня. Как-то вот так. Разложили, смотрите. Сказала я ей по 3 евро. Этой девчонке, которую я вам сказала. Девчата, она сказала, без проблем, хочу 3. 3 этих. Ну, 3 по 12, да? Хочет. Я очень рада. Они тут по 12 штук продают. И когда говорят 3 досыны, значит 3 по 12. Вот так. 36 яиц хочет. 36 яйца получают 9 евро. Девчата, разве это деньги? За такие яйца, которые мои куры дают. Вы что, девчат, конечно, нет. Ну, вот чуть-чуть продам, девчата. Вот эти 9 евро еще добавлю и куплю пшено. Ну, им еду. Как-то, знаете, ну, хоть что, а то все время мой муж меня ругает, что еще курей куплю. Вот, мы здесь, Эстеван, не мы, а Эстеван. Делает здесь Росса называется. Ну, мы хотим на новые, мы же еще хотим купить эти свет солнечный, да? Потому что это нам мало. Вот это и вот это нам мало. Мы хотим еще. Мы же хотели туда, на кухню, девочки. Помните, у меня железки торчали. Так, Эстеван их уже обрезал. Вот, теперь железок у нас этих нету, потому что мы решили... На кухне под... Но это мало места, короче. Мы решили сюда. Ой, эти уже тоже открылись. Видите, я их всех поубирала, они обратно выросли.
Не знаю, что они так быстро растут. Короче, вот так, девчата. Вот здесь мы сделаем солнечные батареи. Солнечные батареи будут в другом месте, а сами эти будут тут. Ребята, я такого не видела. Вот смотрите, я купила вот этот цветок. Я его столько поливаю и думаю, где эти цветы? Чего ничего не выходит? И вдруг я что-то, вот клянусь, я не видела, девчата. Смотрю, вот здесь какие-то две палки. Видите, вот эти две палки. Ой, что это такое? Смотрю, это отсюда выходит. Раз так смотрю. Думаю, я так потянуть хотела. Так, вы смотрите, куда она забрела. Вон эти листья, видите, это ее. Вон там наверху листья, видите, это ее. Так, это тоже ее. Оказывается, она растет. Цветет здесь. Она цепляется, видать, за все. За яблоню сейчас зацепилась. Не знаю, как ее отцепить оттуда. Сейчас, подождите, попробую. Вот палкой. Сейчас убрать ее от яблони. Потому что я первый раз такую вижу. Я как... Она же к ней просто не то, что прилипла. Так она ее душит, наверное. Ой, мамочки, это невозможно ее отодрать. Вы представляете, насколько крепкое растение. Я даже не знаю, как она... Она не отходит, девчата, вы представляете? Не могу ее убрать, отцепить. Это маленькая, не достаю, подождите, попробую. Я маленькая, посмотрите, это все ее. Представляете? А я думала, когда она выйдет, что он мне ее продал. О, наконец-таки отцепила. Посмотрите, какие листья у него странные. Так она... Вы видите, да, как она зацепилась. Оказывается, она... Короче, хрен поймет, поняли, да? Я в шоке. А я думала, что за херня она не растет. А так она вымахала, это пипец как. Так, просто вы не видите, потому что вам не видно, да? Я сама только заметила. Вы посмотрите, какая она толстая. Вот она. Так, она пошла туда. Так, она соседей радовать хочет, потому что она туда пошла. Короче, кошмар, девчата. Я в шоке сейчас осталась. Так, у нее такие листья красивые. Она там наверху, короче. А она вон, вот смотрите, как она далеко пошла, ребята. Вон, как она далеко. До высоты совсем. Короче, пипец. Ушла наша радость. Вверх пошла. Вот, это тоже ее листья. Я, короче, обпишилась, девчата. Так она, короче, видите, какие на ней штучки. Пиндюрки. Эти пиндюрки цепляются пипец как. А я все жду, думаю, когда же у нее будет цветок. Так никогда не будет. Я его никогда... Вон еще, видите, да? Он, оказывается, весь вниз идет. Так, вы посмотрите. Как он вырос. Короче, я в шоке, девчат. Я-то думала, ты не растешь, то оказывается здесь просто зажрался. Мамочки, так ты здоровый. Его надо обратно, но не в ту сторону я хочу. Так вы смотрите, как он вырос. Я его чуть-чуть потянула, а на ней какие-то цветы красивые будут. Поняли, да? Я их потом, короче, сделаю. Зацеплю куда надо. Кошмар. Вот так. Мой хвастается, что он прибрал. Молодец. Прибрал здесь все. Олис. Когда, говорит, я все закончу, я, говорит, это хочу. Сделать, починить его. Он работает, девочка, просто. Я, говорит, хочу сделать, как вышел он. Это, говорит, самый хороший мотоцикл. Крепкий, короче. Короче, прибрал здесь, молодец. Молодец. Да.
Ну, хоть зайти можно, девчата. Здесь же, сюда же зайти было невозможно. Такой бардак, такой срачельник. Но он сам сюда заходит, сам бардак делает, потом мне показывает, радуется. Как-то так. Девчата, уже становится ночь. Идемте домой уже. Уже домой иду, девчата. На Томасика, как угорелый бегает. Как он любит сюда тоже проходить. Ой! Играется. Я только выиграл. Че? Вот такой у нас ночной двор, девчата. Хорошо у нас ночью тоже. Очень люблю. И ночью люблю, днем люблю. Когда жары нету вообще. Вот сейчас кайфовать можно. Вот сейчас, девчата. Вот сейчас и до апреля. До апреля, до начала мая. И все. А потом пойдет, короче, до сентября, середине. Вот. Мы хотим побольше фонарей поставить, но попозже поставим уже побольше фонарей, чтобы везде было все светло. Как дискотека хочу сделать. Что я только не хочу, девчата, я ртом все делаю, языком все делаю. Понимаете? Но все равно надо розы почистить. Уже обросли. Ну, конечно, если я туда-сюда бегаю, у меня времени нету, девчата. Завтра поливать буду. Хотя у нас был дождь на днях, но все равно. Это не такая земля, которая... Помните, как мы это все убрали? Смотрите, обратно. Вот это тоже надо убрать. Эти колючки, малючки. Некрасиво смотрится. Все, девчата. Думаю, что прощаюсь. Пока, мои золотые. Спокойной ночи.